Друзья, всех приветствую! Вы на канале Рыбалка Рыбалочка. Сегодня мы с Сергеем Александром приехали также на реку Нура. Серега уже обрывился, поймал такого мощнецкого карася. Покажи его. Все обрывились. Вот он. Что ты так скромно? Вот, ну в общем, поставили мы палаточку, прикормили. Сейчас будем рыбачить. Приятного всем просмотра. Так, что-то он клюет. Ого. Это карасик. Нежно, нежно, нежно. У меня не клянет, не. Ну ты же своего уже поймал. Не-не-не, мы не попали. Нежно, нежно, нежно. Очень осторожно. Это женская лосось. И нету. Есть. О, как он нежно, а берет, ёпрасты. Вот потихоньку, потихоньку. Вниз опускает. Сошел, очень хороший был. Очень хороший. Прям очень? Да. А у меня вот такой очень хороший поймался. Сразу клюет. И тоже нежно-нежно, это карась. Правда, не крупные, походу. И походу не карась. Нет, карась чё. Это утянуло. И здесь тоже рыба сидит. Ну и что? Тащи, тащи. Что ж ты думаешь, мы за тебя рыбачишь? Так, Ивал, ой, я говорил, переделаю сейчас. Ничего не говорил. У меня даже грузила нет. Грузила не обязательно, можно мормышку. Прям так. Ого-го-го. Тяжелую. Интересно, кто это? Подъязок, что ли, мощный такой? Карпарась. Карпарась, да? Вот он. Красавчик. Сейчас мормышку еще покажу. Неужели слезала опять? Покажи, Барма. Сейчас покажу. Покажи. Вам? А кому еще? Все, я. Дробинка, в общем, с мотыльком. Ну вот, кстати, на дробинку я вот ловлю. Но. Она большая. Ну, для тебя, что у нас человек на какую-то другую. У меня капелька. Почти капелька. Почти капелька. Мормышка почти капелька. За вторую зацепил, что ли? За вторую удочку? А, нет, не зацепил. Блин, что-то хорошее идет. Да ладно. Да ладно. Здравствуйте, Роман. Вот такой паренек. Сегодня как будто чуть покруче. В гараже у меня. Ого. Я еще хотел взять. Слушай, ну я пробовал. Зимой или летом. А сумку не влазит. Серьезно. В кринку не лезет. Вот, хороший. А вот он. Хороший, да? Да, да, хороший. Хороший. Опять места стоит. Просто стоило этого мотыля насадить. Блин, ну это, видимо, сейчас у меня тоже чебак, и подъязок будет тоже не могу. О, карасик подсёкся. Подсёкся ещё? Всё-таки подсёкся, да? Всё-таки подсёкся. Так, ну что, друзья, товарищи, подготовили мы стол капитальный и вкусный. Сейчас будем обедать или завтракать, о чем будем? Обедать, или ужинать. Обедать. В общем, будем время кушать. 12. Время, да, уже 12 часов. Карась по-тихому клюет. Но не так, как на прошлой рыбалке, но зато покрупнее. Это радует. Вот такие вот дела. О, что, прям клюет? Клюет. Ну давай, вытащишь на камеру, успеешь? Подергал, перестал. Ладно, будем кушать, короче. Что-то не пойму. Пузыри пошли с ним. Что-то непонятно, как он клюет. Да никак не клюет. Вот так вот. Раз, раз, раз. Никак не клюет? Раз, раз, раз. Не.
Ого, какой шутка. Так. Значит, опять сюда. По лунке все равно эту расколачивали. Поймался карасик. Нифига себе, поймал. Поймался карасик, хороший идет. Ну сочиняешь ты все. Что там хорошего? Капитальный карась. Сочинитель. А шулаки сейчас только туда, к протоке, к шалкару. Шалкар, шулак, где они. Вместе этот. Вместе слева. Ух ты. Блин, Андрюха удочку утащил, у меня лунку. Пики. Че, не всплывет? Ну, как оно всплывет? Вот пока. Вон она. Где? Вон она. Вот это? Да. Это другая же, которая... Нет, это вот вторая. Сматанная же, ты че? Это сматанная. Серьезно? Ну. Блин. Да вижу, вон леска торчит. Я такой раз сперва, ну как бы дернулся, потом вижу, что это, ну бесполезно. Хорошенький. И это. Блин. Короче, раз оно всплывает так, всплывает, только за ней она раз опять утонула. Потом опять всплывает. Ну я тоже так чебак вытаскиваю несколько раз, раз удочка в лунке плавает. Слабо, слабо, вообще слабо. Ну, понятно, блин, я же говорю, его надо будет то ли засек. О, засек, видишь, снизу. Вот он, я говорю, непонятно, что вообще хочет. Эх, карась, карась! Клюй же ты скорей! Вообще какие-то поклевки, блин. Как будто это, не то что пробуют, а просто нюхают. Ого, нифига себе. Не понтуйся. Нифига клюнуло. Нифига себе. Что делал? Что там нифига себе? 100 грамм. Ну вот, значит, это так карась клевал. Блин, почему он так нежно? Ну вот. И этот, не подсекается, он, да, нюхает, да, кого-то просто, да, и все. Да, пробует просто, он не хочет жрать нифига. Почему, не знаю. Камеру включили, сейчас попрет клев мощного карася. Да. Клев мощного карася уже прошел. Сейчас не мощного. Не мощного, да? Да, точно не мощного. Ну, хорошо идет. А, ё-моё. Вот такие вот. Опс. Изи. Подвязки. Какие-то же изи. Вот они, такие вот подвязки. Ясь, это килограммчик хотя бы. Ну да. А это даже не подъязок, это подъезденыш какой-то. Прикормили, короче, и она пошла. Так. Ух ты. Ух ты ж. Ух ты ж. Ё. Блядь, не идет. Пиздец, сука, поперек стал. Да ну. Блять, разися, бросло не идет, прикинь. А, о, давайте я достану рукой. А есть это? А черпак, этого нету, крючка нету? Ой, здесь за бросло-то капец, бросло, вообще хлам. Крючка нету? Нету. Че, не залазит? Не залазит. Блять, это маленький ёршик, прикинь, на соседнем крючке. Да. Да ну тащи ты его нафиг, если схватишь за это, за жабры схватишь, тащи просто. У меня рука даже не полазит, понимаете? Бросаешь. Ёршик. Смотрите. Ёршик маленький на одну. Да. Давай, хороший. Уй. Ну, жесть. Заканчиваем мы нашу рыбалку. Мужики еще все рыбачат. Вот. В общем, поймали. А, блин, я не посчитал карасей, сколько мы поймали. Да ладно. Ну ладно, в общем, хорошо мы порыбачили. Серега рад? Конечно. Вот. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставим лайки. Всем пока.